Надо охладиться. В чем дело? Нравится играть в нас? О, нет, не нравится. Не нравится играть в нас? Да я не знаю, какой ответ правильный. Теперь ты поиграешь в настоящих SCP. Посмотрим, как тебе понравится такая игра. Что это? Я в лесу? Ты в лесу, и ты Cartoon Cat. Знакомый лес. Ну что, пойдем дальше ее пугать? Кто это? Так иди, посмотри. Хорошо. Так это же я! И Даниэль тут! Еще старшеклассники! Вернее, только один. Блин! Эй, ты чего? Беги, беги! Да ты чего? Здорово, мы ее пранканули. Она убежала? Да, вылезай. Здорово, мы придумали. Квадрокоптер и проектор. Вуаля, Cartoon Cat готов. Как настоящий. А то. Как хорошо то, что у твоего папы много таких разных штук. Это потому, что у него дочь блогер. Ну что, пойдем дальше ее пугать? Ну, а может, хватит? Ага. Ты помнишь, как она над нами в лагере издевалась? Так, вот теперь наша очередь. Пошли. Пошли, запускай коптер.
Ну и где она? Сейчас найдем. Вот она, включая проекцию кота. Вот. Все. Это он был не настоящий, что ли? Чего? Блин, ты что сделал? Это же папин коптер! Все, мне хана! Ах, это ваши проделки! Вы знаете, что я вам сейчас сделаю? Ой! Бежим! А ну, идите сюда! Я вам знаете, что сейчас сделаю? Я вас всего чуть-чуть побью! Немножечко! Стой, нам надо вернуть папин коптер. Заодно я... А где она спрячется? Вес? Ошибочка, не туда! Куда это? Приходи! Там другой! Эй, вы где? Выходите. Обещаю бить быстро. Даже к обеду, наверное, домой успеете. Эй! Да где вы, блин? Ау! А теперь твой выход. Я вижу себя и Даниэля. Это странно. Привет. Фух, чуть не поймала. Давай искать коптер. А, он куда-то туда упал. Пошли. Ай. А это что такое? Похоже на следы. Странные какие-то следы. Ну ладно, пошли. А это что такое? Это школьные рюкзаки. Их много. Откуда? Похоже на чью-то коллекцию. Это очень странно. Дай-ка я все сниму это, девчонкам потом нашим покажу. Почему они меня боятся? Потому что ты — это Cartoon Cat. Нет, не может быть. Я безобидная. Так это там было что-то? Что? Не знаю, я снимала, сейчас покажу. Ты видела это? Да. Надо срочно отсюда уходить. Я понял, что это за место. Ты что, не слышала? В школе рассказывали про лес, через который ходили школьники, а потом пропадали. Лес Cartoon Cat. Да это ж все байки. Я тоже так думал. Ну смотри, видишь эти все рюкзаки? А запись? Пошли отсюда скорей. Пошли, дважды меня уговаривать не надо. Попались! Что такое? Страшно, да? Ну да, немножко растрепались волосы. Только вы никуда не убегайте, я с вами еще не разобралась вообще-то. Ну вот, кому я сказала? Ладно, сейчас я вас догоню, подождите. Да, сейчас себя в порядок приведу и побегу обязательно. Хм,
Больше я на ваши эти уловки не попадусь. А ну выходите! Думаю, то, что это мы. Надо искать то, что он настоящий. Стой! Подожди, смотри. А ну выходите! Меня больше не напугать этими вашими фокусами. Ну, здрасте. Да, стоит отдать вам должное. Выглядит прям как настоящий. Ну и чё ты вылупился? Сейчас я вашу эту штуку сломаю. Я же уже сказала, что не боюсь этого вашего кота. Вот, смотрите. Вот, смотрите, это все иллюзия. Чё, не поняла? Беги! 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 Чего? Да ты чё, настоящий? О, нет, он нас заметил! Бежим! Ну куда же они бегут? Не хочу им причинить вред. Так и мы тоже не хотели. Но вы сами нас боитесь. Смотри дальше. Что делать? Что делать? Что делать? Это вы во всем виноваты, поняли? Нет, нет! Нам нужен план. Бежать. А, нет, лучше в полицию позвонить. И что ты им скажешь? Здрасте, за нами охотится мультяшный кот. Они такие, поняли, вызываем Супермена. А, ну да. Что нам теперь делать? Надо что-то придумать. Надо его как-то отвлечь. И надолго. Чем так воняет? Смотри на меня, это не я. Чего? Это же от тебя так воняет. Чем? А, это, наверное, кошачий корм. У тебя есть кошка? Да, котенок. Никогда бы не подумала, что у такой, как ты, есть питомец. Чё ты сказала? Стой, у меня есть идея. Давай свой корм. С чем? Это же кот. Он голодный и вечно хочет есть. Ага, мы заметили, вот и хочет нас сожрать. Да нет же. Мы ему кинем этот корм. Пока он будет есть, мы убежим. Давай сюда. Сейчас, сейчас. Холодно. О, как ты. Нет. Пошлите. Да я попробую его. Эй ты, кис-кис-кис. Смотри, что у меня есть. Хороший котик. Ой! Ого! Сработало! Больше стал в несколько раз. Ну я ж не знала. Хватит ругаться, бежать пора. Ого, как круто. Ого, какие маленькие. Стойте, я сейчас вас догоню. Я больше не могу. С этим огромным котом вообще ничто не может справиться. Только какой-нибудь, наверное, гигантский пес. Стоп, у меня есть идея. Еще одна. Это точно сработает. Чего боятся кошки? Кошки боятся собак.
Нам нужен пес. И мой пес Киба спасет нас. Ну все супер, конечно, да. Но его с нами нету. Ну не проблема, у меня есть ультразвуковой свисток. Его услышит только собака. Сейчас. Ксюш, это не сработает. Девчонки, смотрите. Он нас нашел. О, нет. Это Киба. Он меня не тронет. Но ты это мультяшный кот. Что? Да, задай ему! Вспыш, как я тебя учил! Хороший мальчик. А теперь фас! Ты нас спас. Да, хороший пес. Наверное. Стойте! Мы же так и не нашли коптер папы. Как мне достанется? Все, не хочу больше. А придется. Ощутишь всю нашу боль. Суефа! Лиза, это что? Это, девочки, молоток. Что это? Ну, у вас же камень, а у меня молоток. Бах-бах-бах, я победила. Ура! Лиз, там нет молотка. Есть только камень, ножницы и бумага. Так что ты вводишь, жулик. Ну вот. Ну ладно. Прячьтесь. Раз, два, три, четыре, пять. Сюда на меня точно не найдет. Ой, я сюда не залажу. О! Там она меня точно не найдет. Пошла искать. Все, я иду искать. Где же они? Ау! Нет. Что это? Это же видеокассета. Чего? Ну, с помощью него смотрят видео. Странный какой-то телефон. Где экран? Где кнопки? Это не телефон, это видеокассета. А вот с помощью той штуки смотрят, что на ней. Этой! Угу. Тут какая-то очень страшная картинка. Смотрите, на обороте надпись.
Лишь раз взглянув на него, звук его сирены поглотит тебя до всего. Ух ты, давайте глянем, что там. Ты прикалываешься? Мы всегда, всегда делаем, что ты говоришь, и мы всегда попадаем в неприятности. Ну ладно вы, это же всего лишь запись. Че, струсили, а? Я на это не куплюсь. Мы на это не купимся. Да, Лиза? 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 Девчонки, я уже все подключила. И включаю видео. Давайте скорее глянем, что там. А? А? Я с тобой! Что? Вы издеваетесь, что ли? Так, даже не думайте, даже не думайте. Если вы включите, я за себя не отвечаю. Я уже включила. Не вздумайте даже нажимать на плей. Я уже. Ну, и где? Так, я избавлюсь от этой кассеты. Шутка, что? Ты чего? Я не могу двигаться. Кассета меня не пускает. В каком смысле? Она как будто не хочет. Девочки, что-то нехорошее. Ты куда? Это не я. Это кассета, девочки, помогите мне! Что за фигня? Фу, вроде остановилась. Что происходит? Что она делает? Она танцует. Она туда ходит. А я не хочу. Отпусти ее. Я не могу, она меня держит. Ты как? Кассета отпустила меня. А где она? Да, в лес куда-то улетела. Что это за звук? Ой, а это я. Как высоко! Как же я странно выгляжу сзади. Эй! Что это такое? Не знаю! Надо его как-то отвлечь и бежать в дом. Смотрите, у него вместо головы сирена. Да. Значит, это те же колонки, верно? Верно. А что, если я подключусь к его колонкам по блютузу? Ты думаешь, это сработает? Есть идея лучше. Пробовать стоит. Включаю блютуз. Смотрите, нашла одно устройство. Называется сиреноголовый. Подключаюсь. Bluetooth mode. Отлично! Это сработало! Есть! А теперь
Навалим громкую музыку. Давай, включай, давай. На всю. Бежим. С этой музыкой вроде страшно, но хочется ругать. Ксюша, сделай что-нибудь! Вот так лучше, теперь хотя бы страшно. Мы оторвались от него. Фух, я так столько даже на физре не бегала. Чем так воняет? Не знаю. Вы офигели, что ли? Чего вы на меня-то смотрите? Стало страшно. Ну, со всеми бывает. Вообще-то это не от меня воняет, а вот, вот этого столба. Поняли? И правда. Какой-то странный столб. Так, девчонки, главное без резких движений. Я не могу без резких. Я от страха сейчас трясусь. Девочки, бежать уже некуда. Стреляй в машину! Быстрее, девушка, ну вы куда-то! Там какой-то непробиваемый! Дави на газ, чё стоим! Как же ты поступишь? О, точно, я уменьшусь. Интересно, интересно. Ушел? Я его не вижу. Так, кто выйдет и проверит? Давайте скинемся. Суефа! Ой, Лиза, у нас молоток, мы разбили твой камень. Пуф-пуф. Тинь-тинь-тинь-тинь-тинь-тинь. Чего? Ты проиграла. Иди. Давай, пробери. Все, что он ушел. Я 100% в этом уверена. Да. Давай, иди. Я не поняла, как раз у меня камень. Чего?
запасной вход? Нет. Чего тут есть запасной вход? Госпожа Лиза, что мне делать? Сторожу этот ход, а мы сейчас. Хорошо. Страшно. Интересно, мальчик или девочка? Лиза, какая сейчас разница? Тихо. Стойте, а эта идея, у меня есть план. Мы как раз и узнаем, кто он, парень или девушка. И кто это? Это девочка с сиреноголовой. Ой, жених и невеста. Из чего ты взяла, что это сработает? Ах, девочки, какие же вы глупые. Он же как колонка. И это тоже колонка. А это платье и парик. Платье и парик. Вуаля! Получилась девочка сиреноголова. Все по местам. Теперь включи молитву. Итак. Юфу, привет. Это мне? Тебе красавчик. Красавчик? Привет. Откуда здесь такая красивая колонка? Наверное, одинокая. Ой, хи-хи-хи, совсем одна. У меня нет парня сирены, если ты об этом. Нет? Но это же здорово! Ой, я хотел сказать, может мы как-нибудь погуляем по лесу, попугаем людей. Хи-хи-хи, я даже не знаю, я согласна. А теперь дальше по плану. Алена? Ну нет! Алена! Вот я ему говорю, слышишь ты, стоп, ты кому это сказал? Я здесь, чтобы объявить вас мужем и женой. Чего? Ой, как неожиданно. Я согласна. Чего? Согласна? И как это романтично! Да тихо ты! Отлично, объявляю вас мужем и женой! Лиза, давай! Да стол вперед! Здравствуйте! Позвольте вас проводить ваше свадебное путешествие. Билеты уже куплены. Чего? Свадебное? Дорогой, это так неожиданно. Скорее пошли. Да, я такой. Пошли, дорогая. Юфу, свадебное путешествие. Да, наверное. Правда, я не знаю, что здесь происходит. Увидите как можно дальше. Слушаюсь. Пойдем, родная. Пока! Пока! Да! Ты что плачешь, Лиз? Это так романтично. Надеюсь, они назовут своих детишек в нашу часть. Назовут, Лизун. Фух, как же круто. Хочу еще. Эй, а ты где? Эй, слышишь, я еще хочу. Если хочешь, то оплачивай полную игру. Вот все, что есть, все. Бери все! Отлично! Игра твоя! Отлично! Класс! Ну что, мы продали игру еще и этим дурачкам! Какая еще доля? Ладно, вот! Пойдем лучше поищем, кому еще втюхать эти игры!